Лучшая лига мира приветствует вас в Туле, где сегодня в эту субботу, в последнюю, кстати, субботу мая, давайте отметим этот факт, может быть, для кого-то он значим, на стадионе «Арсенал», команда с одноименным названием «Арсенал Тула» примет КамАЗ из Набережных Челнов. Кто-то может вдруг подумать, что вывеска и не совсем яркая, и где-то, может быть, даже есть матчи предпочтительные, но нет, погода какая. Обратный отчет, который готовит нас к началу игры, и свисток Анатолия Жабченко, и мы готовы начинать последний матч сезона в Туле. Арсенал против КамАЗа. Давайте к составам команды. Ты кого, Паш, представишь? Вопрос взаимодействия, взаимоотношения с соперником. Момент, может быть, удар будет. Гаглоев, его левая, под правую убрал Саша. ФНЛовский Бекхэм сейчас с левого фланга в штрафную ворвался. И Глонсак. Глонсак мотает головой. Сейчас вы не видите этого. А Коченков на повышенных с Гаглоевым разговаривает сейчас. Может, даже три. Ничего себе. Там еще Тарасенко, по-моему, Захар. Смотрим, Ткачев высоко, здесь выпрыгивает, и это было здорово, сейчас Луценко, ну, конечно, большой Луц, а кто же еще? Сейчас он в воздухе перевисел и продавил Абрамова, может быть, даже немножко с нарушением правил, но арбитр не свистнул. И момент, Рустамян наглянулся, нет вне игры, прострел, удар, добивание! Вот это момент. Вот это Коченков, а? Вот это момент. Сейчас с претензиями сторожу к помощнику главного судьи, почему не поднял флажок. Так, смотрим, Гаглоев с левой. Стандарт угловой. Мы ругали стандарты. А сейчас Мухаммад! И все-таки есть забитый мяч. Не сухая и эта игра, но Тула в печали ликует. КамАЗ, Набережные Челны, Гаглоев, Мухаммад. То, что не получилось у связки Рустамян, Тарасенко, получилось у партнеров. Подача с углового, мы ругали угловые. В исполнении обеих команд ничего не получалось. Мухаммад, хвала небесам, Гаглоев. Стражука уже удалили, сейчас завелся Кирилл Викторович. Все, поражение Арсенала в последнем домашнем матче. Горе горькое. Дымовая завеса над Red Yellow трибуной, где болельщики и фанаты Арсенала с флагами провожают этот горький сезон. Арсенал никуда не вернется, в отличие от Рубина.